Сегодня у стелы воинской славы молодежь Анапы заступила на пост номер один. Караул сменялся каждые 15 минут. Анастасия учится на первом курсе Анапского сельскохозяйственного колледжа. Молодые люди заступили на пост впервые. Чтобы справиться с задачей, хватило короткой подготовки. Девушка рассказала, что принимать участие в таких мероприятиях вызвались практически все из ее группы. На уроках основ безопасности жизнедеятельности они часто смотрят военные фильмы. По словам Анастасии, она хочет пойти на военную службу по стопам отца.